по-моему, до кого? До Бобкова, мне кажется, дошла шайба, да, в итоге. Похоже, отбил ее Игорь Бобков. Макеев. Ой, здорово, как и! Это 2-0! Красотища какая! Автомобилист реализует большинство, вторая шайба в большинстве в этой серии. Ну, вот здесь вот доходит передача до Брукса Мейсика. И вот здесь, который, конечно, сходу пробивает Игоря Бобкова. Как ему подрезал Дацук, да? Аккуратненько, ой, очень аккуратненько, да. Паша. Остается у Ястребов. Бросок Береглазова, но не точно. Нужно попадать в створ ворот. Еще одна попытка. Ой! Какое подправление! Организовано выйти из своей зоны, но никак не получилось переехать красную линию. Дацук падает, но проходит передача 3-1! Дальше будем смотреть. Ну вот сейчас контроль над шайбой установлен. И это гол! 3-2! Как быстро это! Толчинского был ближний угол. Продолжает атаковать авангард. Толчинский. Ой, здорово! 3-3! Фантастика, Секач! Я видел, ребята теряли сознание и просто вот так вот падали. А вот момент сейчас у авангарда. Пауза и это гол! Все-таки Ковальчук забивает!